Теперь идем на компьютер. Кликаем на компьютер слово. Вверху, видите, компьютер. Так, вот здесь? Да, вот здесь кликаем на компьютер. Так, а что-то он не открылся. Сейчас откроется компьютер. А, так открыть надо, наверное. Да, откройте два раза. Нет, два раза на слово компьютер кликните. Клик-клик. Вот. И выбираем локальный диск D. Я вижу, он у вас пустой. Вы все на C-диск сбрасываете. Это плохо. Я в дисках что-то совсем не... Хорошо. Ну, вот я для чего здесь? Для того, чтобы вас научить. Выделяем локальный диск D. Два раза на него кликаем. И теперь вверху кликаем «Новая папка». Пишем «SBS Union» большими буквами. Вот здесь, да? Да. Клара, запоминайте, если идет выделение текста, можно просто набирать текст и все, не убирая. Так, Людмила с нами еще здесь. Так. Удаляете слово «новая папка». Удалите его. Да. Ну, когда оно было выделено, можно было просто набирать, и оно бы само пропало. Теперь надо просто писать «SBS Union» большими буквами. Да, Тамару, успокойте, вот все записи мы скачаем, она сможет посмотреть, и на следующей неделе мы уже поработаем. Так, да. Новая папка, SBS Union. Да. А у меня... Так. Теперь кликаем внизу на «Открыть» на кнопку. Так, стоп, не торопим сейчас. Теперь нам надо название ввести вместо видео. Набирайте просто «Золотые корабли. Работа перепиской». Пишите на русском языке. «Золотые корабли». Ну, это название видео будет. «Золотые корабли». Ну и пишем «проводил Альбертос». Ну, чтобы вы знали. И дату. Пишите. Сохранить. Так, сейчас, дата сегодня 24. Так. Теперь идет скачивание, видите, да? Следующий вопрос. Вы плеер установили наш, который мы рекомендуем, или нет еще? Наверное, нет. Зайдите на Google Chrome сейчас и кликните на папочку SBS Union. Сейчас туда занесла. Да, за задание для курса стажер. Кликаем. Визитку можно закрыть. А что это за справка у меня там торчит в этом на панели задач? Можете ее закрыть. Так сейчас же. Ну, потом. Давайте сейчас не будем. Так, минутку вот.
Подготовка компьютера для... эффективной. Вот, как ускорить или замедлить скорость? Вот там вверху первые шаги. Кликните. Вот это? Да. А, не, это не то. Опускаемся ниже немножко. Так, а где ж тут? Ниже, ниже. Просто прокручивайте колесико. Ниже. Там у меня никакого колесика. Ну, у меня... тогда полоску двигайте вниз. Еще, еще. Еще, еще. Еще, еще. Работа с браузерами. Так, скрипт. Телемаркетинг. Так, так, так. Не пойму, а куда у нас пропала информация. А как называется? Не, выше поднимите сейчас. А вот, не туда попало. Как ускорить просмотр видео на компьютере? Надо будет принести мне. Как ускорить просмотр видео? Да, третье видео сверху. Вот это, да? Она перенесла. Да, кликайте. Это, по-моему, когда-то Наташа рассказывала. Там как... Так, еще раз кликните. И вот там на первом шаге скачать программу написано, видите? Да. Кликните. Если бы я без вас сюда зашла, я бы не знала вообще, как выйти. Хорошо, кликаем с левой стороны. Home Player, видите, написано? Слева, самая левая кнопка. Картинка. Ниже. Home Player, вот это. Нет, вот? Ниже, 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 ниже. А, вот это, Home. Еще, еще ниже. Вот ну. Там, где, смотрите, в самом низу картинка. Такой. Так, все, я нашла, вот это. Вот, ниже опуститесь еще чуть-чуть. Так, здесь же курсор. Еще чуть-чуть ниже опустите, по полоску прокрутите вниз. Сейчас. Страницу ниже опустите. Да, да, я поняла. Еще выше. Ниже. Еще, еще. Стоп. Достаточно, достаточно. И вот под картинки Home Player есть... компьютер, видите, нарисован? Да, да. Вот на этот компьютер кликните. И вот мне ниже Windows 7. Господи, это я. Куда? Так, это я здесь. Это мы здесь с Тамарой, с Кларой работаем. Клара, извините. Да. Вы Кларой мне скажите, здесь. Что такое download? Download. Download это скачать. Кликаем. Там же было написано, идет скачивание. Вот, кликаем сюда. Это там шло скачивание в скайпе, а нам надо скачать эту программу. Вот, видите, осталось 4 минуты. Так, пока здесь скачивается программа, идем на скайп сейчас. Так, а вы мне скажите, вот эта программа скачается, что я смогу с ней... с ее помощью делать. Я объясню. Когда скачается, я объясню. Идем сейчас на скайп. На да. скайп идем? Да. Вот, и теперь кликаем правой кнопкой мышки на видео. Так, я не вижу видео. А, вот здесь, да? В чате? Да, видео в чате. Правая кнопка, которую мы скачивали. Правая да. кнопка мышки. Правая кнопка, да. Что-то она не работает. Сейчас работает, просто там звонок идет. Правая кнопка мышки.
Помогу. Так, вы это запустили видео сейчас, но его надо было правой кнопкой мышки кликать. Право, я правую. А посмотрите, там крестик будет с левой стороны, чтобы закрыть это видео. Так, где крестик с левой стороны? На чат перейдите, пожалуйста, на чат. На чат. Ой, сейчас. Вот сейчас я отсюда не выйду. Вот, вот я... стоп, с левой стороны крестик, видите? А, вот, вижу. Вот это, да? Да. Вам опять Тамара звонит. Тамара, да. Ну скажите ей, что вы закончите, когда закончите со мной. Маша, я закончу с Альбертосом, но вам перезвоню. Да, он со мной. Работает, да. Да. Так это с вашей точки зрения. Так. Так. Значит, я на видео... На видео про правой кнопкой мышки. Правой кнопкой мыши. И ага. Показать папки. Видите, появилась кнопочка такая. Показать да. папки. Да. Кликаем. И она появится в SBS Union? Нет. А, да, а, она будет в папке SBS Union. Вот этот сегодняшний урок, да? Да. Это сегодняшний урок, это великолепно. Да. Вот, теперь смотрите, что вы можете с этим видео делать. Вы можете его сама просмотреть. А можете опять же отправить Тамаре Кулешовой. Но я хочу предупредить, мы отправляем только партнерам первого уровня. Ни в коем случае это видео не должно попасть в руки людей, которые не обучаются у нас в центре. Угу. Мы будем так говорить, это ну, не бесплатная информация. Угу, угу. Вот, я сейчас, что еще? У нас пока еще скачивается программа. Вы можете просто посмотреть. Знаете, как запускать, да, видео? Ну, я-то знаю, но вот мы сегодня с вами зашли. Вот эта страница, когда я открываю видео, у меня выскакивают вот эти 6 фотографий и внизу слайды. И я не знаю, как от этого избавиться, как выйти там... Все кнопки закрыты. И, в общем... Сбросьте сейчас звонок в гости, чтобы он нам не мешал. На красную трубочку кликните. Да, да, я знаю. Так, смотрите. Видео просматривается очень просто. Два раза кликаете на видео. Вот сейчас можно сделать. Можно, да. Левой кнопкой? Левой кнопкой два раза кликаете. И если в чате тоже я два раза на него кликаю? Нет, в чате просмотр совсем другой. Сейчас в чате почему-то нету звука, когда смотрите. Вы можете смотреть здесь. Вот сейчас откроется файл и сможете его здесь смотреть. Это на компьютере, да? На компьютере, да. То есть его можно будет просматривать заново. Да, я поняла. Теперь как я отсюда выйду? Через крестик. Закройте вверху крестик. Вот здесь? Нет, вверху крестик, чтобы программу закрыть. Красный? Красный крестик справа вверху. Вот этот, да? Да. Вот, и запускать его будете опять левой кнопкой мышки два раза. Так, я поняла. Теперь смотрите. Значит, это мне надо зайти на компьютер, на локальный диск D. Или, да, можно сразу из папки SBS Union. Вы находите папку SBS Union. Смотрите. Чтобы быстро находить папку, кликните на локальный диск D сейчас.
Ой, не надо было, остановите, пожалуйста. Визитку закройте, она нам мешает. Не, закройте ее просто. Сейчас. Так, теперь перейдите на локальный диск D вверху. Кликните, видите, написано? Да, вот это, да? Да, кликните. Теперь наведите правую кнопку мышки на папочку SBS Union. И кликните правой кнопкой мышки. Ну, обалдеть. И внизу, видите, написано «Отправить». Вот. Хорошо. И влево ведите сейчас курсор. Влево, влево, влево и ниже. Рабочий стол, стол создать ярлык. Вот, видите там? Угу. Кликайте. Вот, теперь смотрите, закройте эту папочку, проводник закройте. Вот здесь, красным крестиком. Да, проводник закройте красным крестиком. Закрыть. Теперь смотрите, что мы делаем. Внизу, рядом с часами. Да. Внизу, ниже, 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 ниже. Еще, 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 еще правее. Самый угол, идите. Вот, да. Стоп. Видите, есть такая полосочка. Да-да-да, свернуть все окна. Вот, кликаем на нее. Нет, так. Видите, внизу стоит SBS Union ярлык. В самом низу, с левой стороны, там, где иконки все, ярлыки, видите? Рядом с вашей фотографией. Вижу, вижу. СБС, обалдеть. Вот, вы... На нее кликнуть два раза. Да, кликните два раза, и вы попадете на эту папочку. Обалдеть. Понятно, всё. Да? Я попадаю на этот самый, на ролик, на запись золотых кораблей. Да, да, и вы потом сможете его посмотреть в любой момент, когда вам надо будет. Хорошо. А сама папка SBS Union, эти корабли попали туда? Вот когда я с Гугла захожу в нее, там, где все у нас, и стажеры, нет, и скрипты. Нет, не путайте. Папки. Всё, это новая папка, правильно? Это папка на компьютере у вас. А та папка, о которой вы говорите, это на браузере у вас. Ой. Она тоже называется папка, но... Это вы храните на компьютере у себя все. И в этой папке только вот этот ролик. Да, в этой папке этот ролик. Его можно закачать, допустим, ну, на YouTube можно такие. Вот с этим видео уже можно делать любые. Но еще раз, как закачать на YouTube и далее у нас отдельно. Это. А зачем закачивать на YouTube? Вы же сказали, что его можно посылать только людям... Его можно скачать себе на YouTube, установить и сделать так, чтобы только по ссылке люди могли заходить. То есть не давать возможность другим видеть, только тем, кому вы дадите ссылку. Ну, понятно. Но это пока для меня это пока для вас большая наука, не будем в это вдаваться. Да, теперь смотрите, я еще последний момент вам покажу. И... У нас уже скачалась программа Home Player. Идите на Google Chrome сейчас. На Google Chrome. И внизу, видите, у вас скачалась с левой стороны, скачалась программка уже. Да. Два раза кликаем на нее. Не, на саму программу кликаем, на название. Сейчас она откроется. Запустить. Только не торопитесь. Там надо будет одну галочку пропустить. Окей, русский выбираем.
Что такое гом, 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 гом? Ждем, 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 сейчас загрузится. Нет, я смотрю, здесь программы, везде гом начинается. Ну, это так, гомлаб, лаборатория. Ну, производитель так называется. Далее кликаем. Принимаю. Далее. Далее. И ждем сейчас, не торопимся. Стоп, вот здесь нам надо кликнуть. Так, сейчас, секундочку. На... На-на-на-на-на. Так, я думаю, это нам нужно. Не, я смотрю. Кликаем на сцепт. Просто другой раз тут предлагают не то, что нам надо. На сцепт кликаем, да. Так, стоп, гом аудио. Вот здесь вот. Кликаем на decline. Нам гом аудио не нужно. Decline кликаем на кнопку. Вот, все. Просто, ну, нам предлагают то, что нам не нужно. Нам нужен только плеер. Деклайн – это отказаться. Слово. Так это мы отказываемся? Нет, там просто... Вам предложили то, что вам не нужно. Нам нужен только гомплеер. Все. Просто компания вам, кроме этого, продукта еще предложила еще один установить, но он нам не нужен. Ну, надо же уметь отказываться от чего-то, правильно? Да, это очень важно. Уметь говорить нет. Да. Это... Ну, только там говорить, где нам и где и правду не нужно, а не так, что лишь бы сказать нет. Ого. Как сегодня вам повезло? Это не то слово. Я говорю Тамаре, что я еще занята. Она: вы что, до сих пор работаете? Ну и она, у нее зависть, наверное. Да нет, просто... Шучу я. Она выбита из колеи отсутствием интернета. Ничего страшного, никуда это не убежит. Сейчас скоро будут праздники, можно будет... Так, хорошо. Ждем. Ждем, ждем. Использование даты. Вы английским владеете, Альбертос? Можно сказать, что нет. Понимать понимаю, понимаю, что пишет, но вот если ему надо было говорить, то вряд ли. Так, хорошо, все. Значит, идем сейчас на проводник. И на видео кликаем правой кнопкой мышки. Вот сюда? Нет. На золотые сюда? Корабли, да. Правая кнопка мышки. Вот, видите, у вас уже... мы кликаем внизу на свойства. Внизу свойства. Проверим. Вот, все. Гом плеер. Если бы здесь была бы какая-то другая программа, можно было бы ее изменить. Но сейчас у вас стоит гом плеер. Кликаем на ОК. Ничего делать не будем. Кликаем на ОК. И тоже два раза кликаем на видео, чтобы его запустить. А потом я скажу, что надо сделать, чтобы ускорить. Так зачем мы ввели эту
программу GomPlayer, чтобы можно было записывать? Нет, чтобы можно было научиться ускорять просмотр, если это нужно. А там где-то внизу есть значок. Хорошо, остановите сейчас видео пока, остановите. Сейчас. Нет, не так. Внизу на паузу кликните, с левой стороны. Там будет пауза. С левой стороны внизу пауза. А. Ага. Вот, теперь смотрите, справа есть несколько иконок внизу под розовой полоской. Переведите вправо, вправо, еще. Стоп, и стоп, ниже и левее на две кнопки. Еще. Вот, панель управления, видите, кликайте. Да. И видите, появилось окошко с левой стороны, левее. Окошко всем. Ну, под вашей фотографией, видите, видео, аудио, субтитры, видите? О, сейчас, подождите. Ну, ваша фотография. Да, вижу, теперь вот, вижу. Да, и видите, вкладка управления. На нее надо кликнуть. Вкладка? Не здесь, вот здесь, да. Да, вот здесь, управление кликаем. И видите, у вас внизу есть три кнопки. Auto, тихо, быстро. Да. Вот, запустите сейчас видео и покликайте на слово быстро. Запустите видео, чтобы слышали его. Или давайте сделаем так. Так как мы делаем запись, перейдите в Skype сейчас, пожалуйста. Остановите показ и запусти. Нет, кликните на кнопку еще в Скайпе. Видите, там рядом сердечко. Да. Кликните на него. Переключить экран или окно. Видите, кнопка? Выше. Остановить показ и внизу переключить экран или окно. Да. Кликните. Вот, транслировать звук компьютера внизу, видите, написано? Да. Кликните. Ну, включите тумблер. Надо тумблер включить, на белую точку кликнуть. Вот, и переключить экран сейчас. Это мы включили звук, чтобы мы слышали. Угу. Вот, и теперь перейдите на GomPlayer внизу. Внизу GomPlayer, видите? Да. Кликните на него. Вот, только теперь... Только хотела спросить, где эта кнопка? Да, теперь смотрите, видите, кнопка «Быстро» у нас. Не, это вы на Punto Switcher. Вернитесь на этот. Да. Переведите курсор вверх куда-нибудь, вверх. Выше, еще выше. Нет, это вот. Теперь, видите, у вас есть кнопка «Быстро» внизу. «Быстро»? Ну вот внизу, видите? Да, вижу, «Быстро». Еще. Вот кликните, запустите сейчас видео и покликайте на кнопку «Быстро» несколько раз. Запустите видео. С левой стороны там нет. Вот, да, кликайте на быстро. Вы не надо копировать. И еще на быстро кликаем. Так, вот, ну, это мы уже... Еще на быстро кликаем. Вопрос, сбрасывай. Еще. Так, подожди. Вот, еще. Вдруг. Она есть не редактирована. Сейчас не быстро. Ну, надо соединить, наверное. Не, ну, надо смотреть, какая скорость подходит. Если не успеваете, ну, принимать информацию, значит, надо тихо кликать. Выделяем. Извините, у нас компания проходит семинары, школы, выдели вот это. Ну, остановите, Клара. Так, а где я остановлю? А, вот это. На паузу. С левой стороны пауза. Правая кнопка мышки. Угу.
Ну, то есть вы поняли, да, что мы можем ускорять просмотр записи. Это очень важно, потому что, ну, другой раз все смотреть не хочется, правильно, и пропустить не хочется. Поэтому вот скорость увеличивать научиться надо обязательно. А авто это что? Авто это, когда на авто кликните, у вас восстановится... Ну, натуральная скорость, то есть один к одному. Вот когда вы кликаете быстро, вот кликните на слово быстро. Ну, там и разговор быстрее идет. Вот, кликните. Видите, вверху у вас пишет скорость 1,6. Это где? А еще раз кликните быстро. Видите, скорость 1,7. Видите, вверху? Так вот, я же не вижу, где там это. Там вверху слева появляется надпись. Еще раз кликните. 1,8. На белом прямоугольнике? Нет, слева, в самом верху. Смотрите, вот кликните еще раз. А, скорость все, 1,9. Увидела, да, увидела. Вот, а сейчас кликните на тихо. 1,8, то есть идет на уменьшение, да? Угу. А кликните на авто сейчас. А вот, 1,0, то есть, значит, да, натуральная скорость. Все. А с плеером мы научились работать. Ну и теперь последний момент, и все, мы расходимся. А представьте, что вашему партнеру надо отправить это видео. Перейдите в скайп. Сейчас. Вот в данном случае нам Кларе надо отправить, да? Ой, не Кларе, Тамаре, извиняюсь. Внизу на скайп переходим. Скайп внизу на панели. Да, задач. да, вижу. А, вот, Тамару Кулешову выбираем. Ну, Тамара Кулешова, видите у вас? А, чёрт, вот он, да, быстро. Вот. Кликните на него. Правда, это ее второй скайп, да? Ой, ничего не знаю, где ее фотография. Этот скайп почти не работает, у нее то розовое платье, то это. Ну, там я она... понимаю, она не ориентируется. Теперь смотрите, давайте ей отправим и на этот скайп, и на тот. Вот сейчас закройте на крестик то, что вы ей писали там. С правой стороны внизу крестик. Закрываем. И там, где видите сообщение, курсор ставим. Так, еще на крестик кликаем. Вот здесь, да, что там. Отмена прав. Вот, видите, у вас появилась самая левая иконка. Кликаем на нее. Ага. Добавить файл. Да, кликаем. Сейчас откроется проводник. Идем на компьютер. Так, значит, это первое. Идем на... Сейчас. Давайте я буду говорить, ладно? Да, да. На компьютер. Открыть. Открыть. Выбираем D-диск. Диск D. Можно два раза просто кликнуть, и он откроется. Вот, папку выбираем. Два раза кликаем. Вот, и теперь два раза кликаем на этот файл. Вот. Обалдеть. И теперь внизу пишите. Клара, посмотрите обязательно, пожалуйста, это скачайте. Тамара, а не Клара. Да, Тамара, да, извиняюсь, я, ну, сами понимаете, уже два часа. Ну, я работаю. Понимаю, да, мы у вас все перепутались. Не, ну, вы парой ходите, поэтому я вас и путаю. Тамара, скачайте и посмотрите этот видео. Ну, она, конечно, не сможет это сделать, ну, по крайней мере. Хотя бы посмотрела. Ну, надо ее научить. Как скачивается видео, это несложно.
Между прочим, мы можем то же самое сделать сейчас. Диск. Почему называете диск? А что? Ну ладно, ладно, пишите. Это, наверное, ваш разговорный жанр. Подождите, а как надо назвать ролик? Ну, видео, да, видео. А, ролик. Ну ладно. Ну ладно, отправляйте. Суть не в этом, отправляйте. Сейчас, подождите, я еще и поставлю. Идите. Ну, можно было написать, это я работала с Альбертосом, надо посмотреть, так далее, чтобы она знала, о чем речь. Вот, все, теперь идет отправка, она его сможет скачать. Если она зайдет на этот скайп, она же заходит на розовое платье. Хорошо, теперь смотрите, давайте я вам отправлю файл, и мы научимся его скачивать и устанавливать, хорошо? Они уже устали? Дело не только в том, что я устал. А, ну много, я понял. Ну, последнее и все. Да. Ну, потому что я все это делаю под вашим руководством. Ну, а мы запись делаем сейчас. Ага. Я а вот пишется это все? Да, это все пишет. И вы потом сможете тоже скачать. Сейчас я вам отправлю какое-нибудь видео, а и вы его скачаете. Так. Минутку. Тут-то важное в грошу. Что-то он... Сейчас, секундочку, я ищу, какое видео вам сбросить. Чтобы вы его скачали. Ну, не знаю, какой-то урок. Не знаю, что это за урок. Сейчас, минутку. Ой. У вас же, наверное, на Ютубе есть свой канал, правильно? Да, вы и мы... Занимаетесь до сих пор? Я думаю, что такое горит здесь огонек? Да, Наталья. Все, ты, может быть, не убегай. Вот, теперь Тамара. Так. Я ее никогда не называю Тамара, я пишу Тамара Александровна. Так. Так, теперь перейдите к нам в личку, Клара. Что такое в личку? Личку это ко мне. А. Ну, меня найдите, Альберт, напишите. Да, сейчас найду. Наташа. Так. Вот, Альберта Скела. Правда, почему-то до вас еще пока не дошло. Не пойму, почему. Кликните. А, вот, уже пришло. Где вы видите, что пришло? Ну, сейчас загрузится. Просто. А вот это два. Да, ну, сейчас проявится. Минутку надо подождать. Угу, я вижу, что загружается. Вот.
Видите, я сбросил вам видео. Его надо будет скачать. Как это делается? Кликните правой кнопкой мышки. Алло. Кликните правой кнопкой мышки на нем, на видео. Я подозревала. Сохранить как? Сохранить как? Вот то же самое сделает и Тамара. То есть, вот, и, ну, можете здесь, я не знаю, что это за урок, просто сохранить, кликните и все. Посмотрите, что там за урок, я не знаю. Ну, что-то нашел на компьютере, просто вам на скорую руку сбросил. Вот, кликните сохранить. Я уже кликнул. Вот, и все, идет скачивание, видите, да? Да. Значит, куда я кликнула? Подождите. Ну, правой кнопкой. Правой кнопкой я кликнула на «Сохранить как». Да, и указали, куда сохранить. Это окно. Угу. И там что? И там сохранили ту папку, куда вам надо. И потом в этой папочке сможете посмотреть, когда скачается. Опять SBS Union, да? Да. Ну, в данном случае мы отправляем папку SBS Union. В данном случае. Просто так же, как и на браузере, мы можем распределять по папочкам все. Но это уже другие уроки. Сейчас мы на эту тему не будем ее затрагивать. Все, я останавливаю запись. Здесь, ну-ка, мы очень много показали. Угу. И это будет, вот это то, что вы мне давали, это тоже будет в каком-то ролике, да, видео? Тоже.